Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Китайскую инженерную академию с 30-летием со дня основания. В своем письме он подчеркнул большой вклад организации в продвижение научно-технического развития и строительство мощного государства. Китайский лидер призвал членов академии проявить себя в качестве стратегической силы и внести значимый вклад в достижение высокого уровня научно-технической самодостаточности Китая.